Я без грибов не остался. Ну, здесь в основном собирают опята. Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня я снова выбрался за грибочками. Так что не забывайте подписываться на мой канал, и давайте посмотрим, что я все-таки сегодня нашел. Ну что, друзья, вот они, грибочки. Как я говорил в прошлом видео, вот они начались. Вот они, шампиньончики. Вот здесь совсем маленькие растут, я их спрятал. А вот покрупнее, которые я, конечно же, позабираю. Так что здесь поляночка неплохая попалась. Ну, прогуляемся, еще поищем, что к чему. Может, что-то и найдем. Скрипят, когда режешь. Просто красота. Так что так, туда-сюда немножко есть. Ну что, друзья, вот он. Первых два даже разведчика. Скоро, я же говорю, все будет в грибах. Давайте вспомним хоть как они выглядят. Друзья, лилово-ногая рядовочка. Не, видите, ножка такая лиловая. Ну, синеножка. По-всякому мы ее называем. Ну, первых два, друзья, есть. Будем надеяться, что еще будут. Здесь вот такие целые ряды попадаются грибочков. Ну, очень похожи на луговые опята. Я их обычно не собираю. Но здесь их много встречается везде. Вот такими рядками. Так, ребятки. Рядочек зонтиков попался еще. Сейчас мы вот этот срежем. Какой-то он не очень интересный, но то, что зонтик, как вы видите, это зонтик. Так что кое-что попадается, конечно, но не очень много. Это я, друзья, в мраморном сейчас гуляю. Местность такая, можно сказать, поле. Я нашел вот такой гриб. Конечно, можно подумать, что это шампиньон, но нет. Видите, он какой-то коричневый сверху. Вот, они растут рядами, встречал уже рядами. Они были такие пропащие. А это такой вроде бы хороший, но непонятный. Что за гриб? Может, кто-нибудь его и узнал. Ладно. Поставим, хай растет. Что, друзья, грибы, конечно же, здесь попадаются по одному. Штучные грибочки. Приходится побегать. Там один, здесь один. Но бывают вот такие вот интересные и очень даже хорошие экземпляры. Ну что, друзья, все-таки по одному грибочку и ведерко я насобирал. В основном у меня здесь зонтики. Вот они. Шампиньончики. И первых две синеножки. Все, друзья, пошли синеножечки. Начало есть, скоро они взойдут, еще пару дождиков и грибы попрут по полной. Ну, конечно же, грибников здесь намного больше, чем самих грибов. Но я без грибов не остался. Ну, здесь в основном собирают опята. Вот такие вот. Вот они здесь даже возле машины. Они тут везде растут. Ну что, друзья, результатом, конечно же, я остался доволен. То, что грибы уже начали появляться, начали вылазить. Конечно же, их очень мало еще здесь. Но они все-таки попадаются там, здесь. Возможно, даже в скором будущем их будет намного больше, если будут еще дожди продолжаться. Земля очень сырая. Так что это хороший показатель того, что грибы еще будут. Так что, друзья, всем добра, мира и здоровья. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!